Коммутатор Дахова, Хиквижн, Насрегик. Вот так. Программа Confil Tool. Это нашла его. Это Регик матерится по поводу этого тревоги. Жесткие диски еще не отформатированы после установки. Вот нашло оно. Стандартный Dahua IP-шник 192.168.1.1. Стандартный. Зашли через Internet Explorer. Админ. Пароль вводим. Ввели пароль. Нажимаем Save. Еще раз. Логин. Зашли в менюшку. Device Info. System Info. И настройки сети. Тут меняем сеть на нужную. Прописали новый IP. И нажимаем сохранить. Он сейчас перезагрузится. Теперь он под новым IP прописанный. Надо менять теперь настройки сети компьютера под новые.